Просто нам нужно, кстати, сразу продумать, чтобы, потому что конец 2024 года, это на самом деле вот завтра, то есть прям совсем быстро. А нам нужно продумать, чтобы там, когда площадка будет, во-первых, она соответствовала по конфигурации нашим задачам Халактырского пляжа, где там предусмотреть участки под размещение объектов инфраструктуры, по эту инфраструктуру сразу подумать, то ли каких-то предпринимателей привлечь, то ли нам, управляющей компании, заняться этим. Ну, то есть вот чтобы у нас был образ того, чем заканчивается. Потому что сейчас, пока дорога будет идти, из того, что обязательно нужно учесть, это вблизи уже Халактырского пляжа ограничение съездов с дороги. То есть, с одной стороны, расчет достаточного парковочного пространства, с другой стороны, конструктивное ограничение съездов.